Получается с... А? Получается с... Получается с? С. А что там? А что? А где ты? Я вот же я. А ну-ка сюда иди, бля. Иди сюда. Чуть прохладно что-то. Что-то некое резко. Здесь чисто Антарктида, морозная, короче. Морозность, да. Ой, блядь. Ну вы, конечно же, уже увидели в названии. Да, конечно же, уже. Я съясно, вот эти превьюшки, это какое-то не дать, не взять. Ну а без этого, как говорится, и просмотров нет. Это мы что, на поводу на каком-то? Получается, мы марионетки Ютуба. Да пошел ты, Ютуб, блядь. Так, ладно, надо сегодня, ну, как понятно, да, надо разбираться, короче. Прохлада здесь, короче, холодно, Антарктида в натуре, если честно, здесь. Некая. Вот эта тема, а? Вот она. Получается, все, вот это тоже здесь. Станция, соскучились, ехали, давайте уже. Есть, да, такое? Вот такой вот нормальный такой ролик сделаем, да, идем-ка сюда, а ну, а? Ладно, чё, кого станция такие? Пироги! Некие. Слушайте, тут пока нас не было, повыходило всякого, короче. Всякое нечто. И Арчи говорит, хочу посмотреть Post Malone, что-то какой-то тут. Я ну не... и Weekend и Post Malone. Weekend я знаю. Это Post Malone. Это Post Malone, я. Не он же говорит, я рокер, он вот так говорит. Не Мелон? Мелон, Post Malone. Это дыня? Нет, это Мелон. Мелон это дыня. Арбуз, знаете как? Watermelon. Watermelon. Come on, водяная дыня. Да. Дальше понятно, да, что идет? Дальше, бля. Да, у Джинджера вышел новый клип. Но надо посмотреть. Я хочу. Знаешь почему? Знаешь почему? Ну как, все понятно почему. Мне лично интересно. А вдруг все-таки что-то вот да. Стрельнет? С кайфом? С кайфом. Потому что даже у STP один из жанров написан на groove metal. А кто-то же да? Слушает а вообще. А может они сейчас как STP? На! Да, а кто-то же вообще слушает. Кто-то же, вот ты сидишь, Джинджер слушаешь с кайфом. Ну типа, ты можешь, может нам об этом не сказал? Не, он узнает, кто с Джинджеров пришел, фанаты, они нас знают в лицо. Да, товарищи фанаты Джинджер, еще с момента залупы в шляпе, мы с вами друзья, как коммент, говорится. Коммент, вот он. Да. Вот, посмотрим. Полифейс? Помнишь Полифейс? Вот тот пёсель Кент Лэндмарксов, который... Да, злой. Новый клип, короче, вышел. Вот, и посмотрим, если нам еще что-то захочется, еще. Давай, да, когда на лайте залетаем, бля. Тогда, получается, станция чё? Пироги вот такие, начинаем, да? Все похавали, все нормально. Вот... Вот чандулька на месте. Пост бананом! А чё, какой? Weekend Gay, кстати, есть просто информация. Серьёзно? Вот это? Как ты хуёво поёшь? Ну, естественно. Я же не Татьяна Шмайлюк. Так, станция, вот надо посмотреть, что там. Неужели там что-то такое? А, да, давай посмотрим. Так. Поехали. Такой он на пафосе. Так, реклама. Так, вообще ни разу не реклама. Не-не-не, это случайно получилось. В кадр попало. Так получилось, да. И так смачно он курит. О, субтитры музыки. Прикольно. Прикольно. Хуйня, ёбаная. Ну, это классический Weekend. А мне нравится вот этот стиль 70-х. Знаешь, такой. Ну,
у него крутой голос. Чёрт, да. Он чуть разжирел, что ли, или что? Он всегда был такой. Ну, не знаю. И вот они до сих пор про телок, короче, песни поют. Ну да, или про наркоту. Наркоты в окружении кучи, бейб. Блин, ну как-то слишком лайтово. Да. Ну, вот этот биточек прикольный, мужик. Такой винилово 80-х. Он, да, как будто из научной фантастики 80-х. Да. Ну, конечно, видеоряд вообще не соответствует музыке, как обычно бывает. Но не ангар, как говорится, это тот, спасибо. Ты, ну знаешь, я честно хочу сказать сейчас, что вот это как бы Post Malone и Weeknd, да? Да. Но клип, ну, типа, не охуеть какого качества замороченного. Ну, чтобы, в смысле, например, я сравниваю с Пашиными клипами для Eminence. Ну, и, ну, типа... Ну, блин. Вы до сих пор... Ну, я, знаешь, про что? Я про то, что вы до сих пор, вот, типа, про стволы что-то, перестрелки, блядь. Да, да. Редко бывает именно крутое. Айсултан, кстати, Зида, крутые клипы снимает для зарубежных исполнителей. И тоже парень из СНГ, с Казахстана. Казахстан, салам алейкум. Казахстан обняли. Ну, очень-очень лайтово. Это знаешь, когда можно слушать? Если ты едешь куда-нибудь, блин, в Константиновку нахуй, на машине. И ну, вот в тачке идеально. Да, такой чесать. Лето, окна открыты, да, такой. Да. А так просто слушать это невозможно. Мне вообще ничего не нравится. Как, это хорошо, но это очень... Это очень фоновая музыка. Да. Для заведения. Надо же, какая правильная терминология. Для меня. На, в чердак тебе. Всё. А? На. Таким образом мы поняли, что оценку я не поставлю этому, потому что оценка у меня будет такая этому клипу. Фоновая музыка. Ага. Ну да. Ну типа в натуре. О, да, класса. Нормально. Нормально. А ты что ожидал вообще? Вот ты хотел посмотреть, что ты ожидал? Мне Post Malone нравится. Да? Да. Ну после вот этого Rockstar? Ну не только, у него крутые треки есть очень. Ты его давно слушаешь? Ну, с момента Rockstar, до этого я его не слушал. Но это уже много лет прошло. Ну да. Казалось бы, да, недавно трек появился, а тут уже, блядь, как недавно, бы... Здравствуйте, бы. Сколько уже лет? Да, да, да. Охереть так, можно. Так и бывает. Так, станция, классно, размялись. Давайте да. Ударимся в джинджер, как говорится. Прям сразу, сходу. Погнали. Бля. Классно. 5 минут. Блядь. Ну, что там? Хорошо, а... нет, Таня ладно. Таня опять будет расстреливать хорошо. Своих нет, музыкантов. Хорошо, хорошо. Как... О, так. Лейтенант в раздобудьков. Опа, блин. Опа. Мене слідчий викликав до себе. Ага. Опачки. Ага. Ты тянешь валю? Проходь. Блин, обожаю украинский язык. Кайфую. Ля, який. Так. Ага. Yeah.
Подожди. Нео? А как называется жанр музыки, когда все треки одинаковые? Одинаково кор. Так, мне кажется, с этим пора навсегда, по-моему, завязать. Нет, я дождусь. Я дождусь хорошего трека, на мой взгляд. Просто, знаешь как, смотри. Очень классно, понимаешь? И ее вокал сильнющий, очень да, классный. Вокал. Я гитары слышу, понимаешь? Классный. Я ударку слышу. Классную. Экстрим классный слышу. Бац. Но. Это все. Вот, смотри, это все равно, что... А где магия музыки? Смотри, это все равно, что, смотри, я взял дорогущую колбасу, короче. Взял дорогущие ингредиенты, короче, понял, для чего-то, для вот блюда какого-то. Ага. И закинул их в блендер, и там вот так перемешал. Да, хорошая аналогия. И типа, все изначально было классно, а когда ты все это перемешал, и ты такой, а это теперь чё? Моя личная оценка теперь, давай, на твоей теме, на вот этой, короче, типа, моя оценка непонимание. Я хотел сказать непонятка. Непонятка, да, да. Непонятка. Это чё? Мне так интересно, знаешь, что интересно? У нас-то уже давно прошла вот эта вот тема с воинами там, короче, с джинджеровскими фанатами.
Мне просто интересно, как вы под это кайфуете? Да, да. Что с вами происходит в этот момент? Мне кажется, знаешь, какие люди кайфуют с джинджером? Моя. Такие вот, нестабильные. Такие вот. А? Сейчас вот так. Вот такие какие-то люди. Моя воджия. Вот я так люблю. Вот я вот так люблю я. Я вот так люблю. Вот так двигаться я люблю. Не в обиду, но какие-то вы... Ну, мне кажется. Какие-то вы странные, наверное, я не знаю. Нет, смотри, я понял, почему мне не нравится грув метал. Да, подожди, руки убери от клавы, подожди, еще не пиши, что мы долбоебы. Не, подожди, а вдруг это сейчас не грув метал был? А гранж метал ствинкл. Файс. Блин. Да. Ну, возможно, возможно. Но если это грув метал, то что я понял? Мне очень не нравится вот этот несуразный ритм. Почему вот так? Знаешь, как будто вот так все. Это точно. Музыка вот так, а Таня в этот момент. И потом после. Она. И это все вот так! Нестабилка кор. Это нестабилка кор. Это желе кор такой. Это такой, бля, такой жидко кор такой, короче. Нормальная тема. Бля, очень странная. Смотри, в непонятно коре это 10 из 10. Стопудовая. Факт. Четко, да, грамотно вообще. Надо это сейчас чем-то разбавить срочно. Да, включай этого. Станция этого срочно. Собачонка нашего, давайте. Так, 3 дня назад. 25 тысяч просмотров, мало. Ставишь. Бля, интересно, сколько басти занесли за эту тему. Так, это Deathcore. Polyface! Death Touch. Естественно, это этот кор получается. Многообещающе. Ай! Вот, несмотря на то, что дедкор не мой любимый жанр, вот она структура, четкая. Ритмично, все, четко, да-да. Ударяет. Как этот вокалист вообще вкладывается? О, хорошо. Это метальные моменты. Но это вообще звучит как металл. Это не звучит как дескор. А сейчас это метал рэпкор. Наверное. Мегадеф у типа у гитариста футболка. Какой он злой! Да, он очень злой. О, щас, блин! Вот тебя же смешит, меня в прошлый раз везде как раз смешило. На, въебало, ходи. Какой злющий чел. Блять, ну это... Блять.
Это злое веселье. Да, тебя в прошлый раз меня смешило, а сейчас тебя. Да, но это металл. Он такой, блядь. Это да, это больше металл, чем чем кор. Да, это на металл похоже, да. Dead metal прям такой качественный, хороший. New metal, возможно, это. Нет, это скорее всего dead metal, это скорее всего. Знаешь, в чем прикол? Что они молодые пацаны и это металл. Да. То, что это не коры, а все-таки это больше металл. Ну так, как говорится, Магара священна, нужно чтить наши традиции. Вот они чтят. Чти пути предков. Да, ништяк. Так, из разъебокора, или как это еще назвать? Из... Слушай, я бы поставил 8,5. Жирненько, прям вообще смачненько. Вот смотри, по личным ощущениям для меня, ну я это навряд ли буду слушать, потому что вот, ну как-то вот. Мне по личным ощущениям для меня это семерка. Но в жанре это прям девятка такая крепкая, хорошая, прям. Пацаны, ну, да. Мне нравится, что пацаны молодые. И при этом рубят вот такой вот прям металлический звук, короче, что это ритм металлический, все дела. И это злое веселье, то есть он такой, блять, да, типа да. Вкладывается, а this там они fucking death touch, блять. Ну, прикольно, да. Что они веселятся при всем, да. При том, что типа это все зло, но оно такое веселое зло. Да. Вообще кайф, просто. Я поставлю 8,5, я не ставлю оценку только тогда, когда что-то, что я вот, ну, не слушаю. Угу. Или вот, ну вот, уважение, вот эти вот оценки. Да ты, если честно, отмазываешься, вот... знаешь, это звучит как отмазка. Нет. Типа, ну я не слушаю, поэтому я не буду оценивать. Не, ну, ты типа... Джинджер не слушаешь. Ну, что я им поставлю, ноль? Ну, как будто бы правильнее было бы, да. Непонятка, ты, когда оценка. Ты такой... Не, непонятка, мне нравятся мои вот эти оценки, без оценки. Кому-нибудь еще кажется, что он отмазывается? Нет. Он боится поставить оценку. По-братски. Что, из меня плохой байтер? Я боюсь только пауков. Если что, кстати, ребят, кто пришлет мне в директ пауков... О моченых яблоках ты не боишься? Я боюсь одиночества. Хоть бы стакан воды. Тебе оно не светит, как бы, пока я здесь. Да. Хуй тебе, а не одиночество. Пробнем эту хуйню. Обязательно, да, обязательно. Замерз, что-то зима какая-то непонятная. Бля, у нас в Пятигорске зима. У кого пиздец как холодно, вы, наверное, такие... прогноз зашли, бля, минус 2, ебать. Какой-нибудь... Пожди, Даша у нас откуда? Где Красноярск? СКБ, да. Вот, там же вообще... Не, у нас не СКБ с этого. Рядом с Красноярском, по-моему. Рядом с Красноярском где-то. Ну что-то. Да, но вот это северная, вот это холода вот эти некие. У нее там еще 2 месяца назад минус 30 было. Ну да, да. Да, она мне писала еще, типа, когда я тут на погоду жаловался и тебя отметил, типа, холодно. Я думаю, ну для тебя нет вообще. Для меня пиздец. Россиюшка, обнялись все вместе, что нет-то. А давай тогда уже, ладно. Ну как, что там? Хочется добить чем-то, вот что-то не хватило. Короче, Кристина, Кристина, наша подписчица Кристина Дивнич посоветовала нам сиамсов послушать. Я знаю, что есть и сиамисис, слово татарское. И сиамисис. Кристина Дивнич, да, видел этот комментарий. Это Даны. Даны? Датчане, может быть. Да, Даны. Даны, блин. Даны. Что, есть скандинавы, есть даны? Датчане. Даны. Подожди. Блин, это их язык, да? Походу. Ой, мне очень нравится. Свобода называется песня. У них как будто какое-то Евровидение. Ух ты.
вот, то, что я люблю. Охуенно звучит. Так, за именно не подглядывайте. Speed that we're moving, we're throwing our soul down the drain. What is unspoken leaves us broken. Сэма Картера включил. Тебя прям какая-то. Тебе не нравится? Я скажу. Все? Бля, мне вот давай с меня начнем тогда. Пока давай там, с ощущений, пожалуйста. Бля, по ощущениям пиздец вообще. 8.8 я поставлю. 9 будет много, потому что я еще, ну, не прочувствовал. Но я, короче, чувствую на 8.8. Мне, бля, очень понравилось. Да? Да. Единственный момент, который мне не понравился, это его чуть-чуть на припевах такой очень такой какой-то. Ну вот чуть-чуть вот мне один припев мне, не понравился. Мне показалось, что это какой-то очень славянский металкор какой-то. Ну он такой, он какой-то не скандинавский, да. Он больше к славянским народам. Да, да, как будто... Что? Ты чё? Дизморалишь просто, знаешь, ну типа свои... Я хочу своим присутствием поторопить просто, а так нормально все. А, ну мы в принципе скоро заканчиваем, поэтому. Буквально еще минут 5 и все. Бля... Охуеть, это шучу. Это невозможно, я считаю, что это невозможно. Это пи***. Смотри. Короче. Я пытаюсь понять, почему мне не понравилось. Я не знаю почему. Вроде все хорошо, чистый классный экстрим картеровский, вообще классный экстрим Картер. Вот я услышал Картера. Кто еще услышал Картера, скажите в комментах. Ну типа, но что-то не так. Не знаю, мне вообще все так. Типа очень классно, но короче, я понимаю прекрасно, что это классно, но это вообще не мое. Поэтому я не знаю, как оценивать. Субтитры? Оценивать с личных ощущений для меня это, ну, что-то типа на уровне семерки, потому что это прям очень хорошая музыка, но просто не моя. Вот. А короче, да просто не мое. Да, вот, я столкнулся с твоей проблемой теперь, блядь. Что это, уважение, бля, ставить и вся хуйня. Ну, потому что я понимаю, что это очень красиво. Но это прям вообще но не мое. Как-то из-за того, что... Знаешь, наверное, из-за чего? Смотри, я попробую объяснить. Из фольклорной музыки мне заходит только скандинавская фольклорная музыка, но та, которая не мешается с современной музыкой. То есть, если это скандинавская Вардруна? Музыка, например, да, Вардруна, или Данхейм, или что-то типа вот из всего этого.
там, если используются те старые инструменты, они звучат очень классно и вся херня. Вот, и мне интересно такое слушать. Но когда... Я почему, например, фолк-метал не люблю? Потому что когда фольклорная музыка смешивается с метал-музыкой, мне вообще не нравится. И вот это для меня сейчас было как будто это фолк-металкор, вот, короче. А вот, ну, мне так не показалось. Мне показалось, что он чуть-чуть добавил вот этнику, чуть-чуть свою. Да, добавил. Ну, и, ну, в металкор, понимаешь? И вот это, ну, мне не нравится, короче. Ну, твое мнение. Да. Мне понравилось. Да, очень. Станция. А кому зашло, кто не знал про сеанс, скажите спасибо Кристинушке нашей. И классно, что мы это послушали, правильно? Причем мне с самого начала понравилось. Я прям понял, что мне понравится. Ну, у тебя потому что сразу прям раздало тебе нормально. Вот, так, в общем-то, чё, посидели хорошо? Посидели с кайфом, провели время. Станция, такие пироги. Сегодня вот так вот замечательно. Post Malone нас, значит, порадовал нас чем? Своей фоновостью, Джинджер непонятностью, Полифейс злостью, а Сиамс фольклорностью. Как говорится, вот так вот мы тут на станции и живем, как говорится. У Emigrate новый клип вышел, смотри. I'm still alive. Это типа вокалист, это бывший гитарист Рамштайн, ну как бывший, блядь, гитарист Рамштайн, вокалист здесь. И он такой, I'm still alive, типа я еще живой, я не слишком старый. Смотрите на меня, я еще... Я тут могу... А, так, вот, ладно, все, станция, короче, классно посидели, сами знаете, все сами знаете, да? Подписаться на канал, внизу, вон там есть кнопочка. Вот, на телегу на нашу, в которой дом родной, ну... Телега это вообще обязательно. Наши инстаграмы, там, ну там как кайф. Паблик ВКонтакте. Треки с вот этого выпуска будут в паблике ВКонтакте. Будет там классно. Че еще? Все. Получается, все. Так, станция. Остаемся здесь, все вместе. А? Вечно и беспечно, и замечательно. Еще увидимся здесь же, на Metalcore станции, понимаете, да? Никуда не деваемся. Все, давайте. Здесь. Давайте. Получается, обнялись, все. Приподнялись. Я сейчас надо скажу, просто говорить, который приближен. Это не из NWA, не из NWA. Три буквы. Три буквы? NWA, блядь? Что? Кто? Джиз, блядь, Риза, серьезно? Джиза, блядь. Сиза, блядь. Ты, блядь, провод тянул своей жопой. Иди работать, негр! Работать пацану надо. Чё смотришь, кто работает в такое время? Да нахер тут от Антарктида!